первом же сразу листе видно, что бюджет города на развитие образования направлено уже в 2023 году больше, чем в предыдущем, на 76 миллиардов рублей. То есть образование от города получает достаточно большие средства для того, чтобы выполнять ключевые принципы и приоритеты московского образования. А в городе и, естественно, в нашей школе это три важных принципа формулировано: личностно ориентированное финансирование, чтобы каждый сотрудник понимал, за что он получает деньги, да, свою заработную плату, каких он должен достичь результата. Равнодоступное и качественное образование, то есть важно, чтобы каждый ребенок получал хорошее качественное образование, вне зависимости от района проживания. То есть все школы должны быть одинаково хороши в городе, и наши не являются исключением. И равные возможности для каждой школы. Это мы видим у себя, когда московская семья выбирает для своего ребенка школу уже вот прям выйти из подъезда. Они возят своего ребенка по городу и не ищут ему какую-то определенную школу. Все школы в Москве, в том числе наша, достаточно дают высокое качество. За 6 лет финансирование отрасли увеличилось в 2 раза, и это очень положительно отразилось на развитие нашей школы.